Творит чудеса, и Сонечка, имеющая ограниченные физические возможности, словно бабочка впархивает на любимую лошадку, отзывающуюся на ласковое имя Чуня, и становится королевой конного спорта. Это что, ушки одели? Мы очень не любим, когда к ушам притрагиваются, но морде к ушам, это для нас прям... Так, держись сама, да? Сейчас я лучше держу, брат. А ты русский рысак? И порода? Русский рысак, это серьезная порода. Ну да, есть 24 годика. 24. 24. Лошади живут 20 лет, но мы пенсионеры. Зрелище это восхитительное, когда ребенок, страдающий заболеванием детского церебрального паралича, вдруг, сидя на лошадке, выпрямляется и расцветает на глазах у любящих родных. Мама девочки несколько лет назад умерла, и теперь Софию воспитывают бабушка и дедушка, окружая ее заботой и любовью. Они возят Софию два раза в неделю в село Стрелецкие Выселки. В конном клубе «Валентайн» знают Софью Мотареву как опытную наездницу, призера и победителя многих соревнований. Там-то и происходит превращение Золушки в принцессу. В Москве мы работали с такими детьми, вот, и могу сказать, что именно Соня, как бы вот у нее есть желание. А если есть желание, то оно получится. И у нее действительно получается. У нее огромный, да, прогресс идет. Просто действительно огромный. И вот сейчас снег сошел, и мы будем пробовать ездить опять рысью. То есть она осенью у нас уже ездила. И в принципе она ведет, ну, такие же тренировки полноценные, как обычный ребенок. Никаких поблажек, никаких скидок мы ей не делаем. Поэтому прошлый, я думаю, что сейчас у нас лучше, она, да, теперь она уже поедет, скорее всего, сама. Тренера, вот. Будет сама участвовать. У нее это получается. Она молодец. Да. Честно сказать, за нее довольны, что она такая. Мы предложили ей это самое сесть. Дедушка помог, ее посадил. Она согласилась прямо с первого раза. И поехали, потопали. Все, осмелились, а потом начали ездить потихонечку. Ну, когда хочешь, когда очень сильно хочется, не страшно, честно. Давно, очень давно начала увлекаться лошадьми. Как полюбила, честно говоря, не помню. Это как-то спонтанно получилось. Но получилось так, что вот это то, что, с чем я реально хочу связать жизнь в будущем. И хочу показать... Хороший результат. Вот мы в июне едем на старт, 1 июня. Я тоже хочу показать хороший результат. А как ты хочешь свою жизнь связать с конным спортом? Ну, сначала в конной сфере. Есть же такие паралимпийцы, которые занимаются тоже верхом. Люди с ограниченными возможностями. И как-то в этой сфере попробуем связать. А вот ты чувствуешь вообще свои ограниченные возможности, или все-таки ты уже к ним привыкла и считаешь? Я к ним привыкла, и верхом их практически уже не чувствую. Есть какие-то недочеты, да, но недочетов я бы сказала, что очень много иногда бывает, но все равно как-то стараюсь жить. О любимых лошадках Софья узнает из книг и интернета. Также она с удовольствием делает фильмы о них. Но для этого ей не хватает графического планшета, который будет выводить изображение на экран компьютера.